и всех российских веб-разработчиков, их порядка там 7 тысяч. Вот. Знаете, есть такая вот... Я бы хотел с вами поговорить, сначала выяснить вообще ваши ожидания, потому что ну, для спикеров вообще в целом они не очень любят это делать, то есть там приходить, выяснять, что вы хотели там услышать и так далее и тому подобное. А пришел там, что-нибудь рассказал, ушел, то есть это простой вариант такой, энергосберегающий, давайте попробуем, чтобы это все-таки было как-то полезно. Во-первых, я хотел бы знать, кто здесь находится, то есть поднимите, пожалуйста, руки, кто школьник, кто учится в школе. Окей, мало. Кто студенты? Студентов большинство. Кто есть люди, которые уже работают, но хотят прийти в IT? Да, хорошо. А кто есть родители детей, которые там что-то пришли послушать про IT? Нет никого, да? Отлично. Хорошо, мы определились. Большинство у нас студентов и большинство у нас людей, которые бы хотели сменить сферу. У меня вот третий аудитории вопрос. Скажите, а почему вот вы задумываетесь над тем... Поднимите еще раз руки, кто в этой сфере. Почему вы задумываетесь над тем, чтобы прийти в IT? То есть что вас подвигло на такие мысли? Кто наберется смелости? Поднимайте руки. Ну не бойтесь, я понимаю, что вы белорусы все. Очередная волна кризиса в стране. Очередная волна кризиса. Много сфер легли полностью. Легли полностью. То есть там работать стало. Там ее нет. Там нету, не стало работы. Да? То есть это естественная миграция, да? Естественная миграция. Хорошо. Какие еще есть причины? Надоело работать за белорусские рубли. Надоело работать за белорусские рубли. Хорошо. Это на самом деле хороший тоже ответ. Что еще? Разочаровался в профессии. А можно, если не секрет, поделиться кем? Инженер-проектировщик. Инженер-проектировщик – это строительство, да? И сейчас вы хотите стать инженером-проектировщиком, условно говоря, там, в IT, нет? Хорошо. Есть ли еще у кого-то какие-то причины, которые отличаются от того, что было названо, пожалуйста. Перспективная сфера деятельности, которая позволяет не привязываться к месту жительства, то есть переезжать, путешествовать, возможность удаленной работы. То есть вы хотите быть, ну, то есть часть доли в мировой экономике называемых там фрилансеров или свободных агентов, она растет. То есть вы хотели бы эту категорию пополнить, да, чтобы какой-то уровень свободы себе обеспечить. Да. Прекрасно. Какие еще есть мотиваторы? Есть идеи, нет возможности. Можно пояснить? Ну, то есть пришла какая-то идея, о, было бы можно сделать там какое-нибудь приложение, может быть, даже для себя. Ага. И нужно для этого всегда кого-то искать, спросить, платить, еще что-то. То есть экономим на CTO, да, то есть сами им становимся, да, то есть условно там получаем, ну, CTO это технический директор на проекте, сам придумал, сам запилил, да, то есть что-то там будет, да. Lean Startup, да. Хорошо. Ну, на самом деле, смотрите, базовая мотивация у всех одинаковая, да, то есть в Беларуси, да, действительно, зарабатывать деньги в IT, наверное, на текущий момент является, ну, что греха таить, самой перспективной отраслью, это правда. Да, и из-за того, что, как бы, мировой IT достаточно сильно растет, да, то есть там, если люди обладают какими-то техническими компетенциями, там берут и которые пахнут на работу в офис, да, то есть и которые опаздывают, и которые там с сомнительной продуктивностью, то есть как бы берут всех, кто может приносить ценность, да. Но проблема заключается в том, что вам нужно будет стать этим человеком, чтобы вас приняли, да, чтобы вы могли приносить ценность. Для того, чтобы вы могли приносить ценность, вам нужно будет что сделать? Научиться, ну, стать IT-специалистом, понимаете, да, то есть и вот в этом вот там есть такая долина смерти, да, то есть вот у вас есть тоже маленький стартапчик, да, это вы хотите там прийти в IT там в перспективе, да, то есть вот. И долина смерти любого стартапа заключается там, где вы как бы хотите, да, но пока ценности для нанимателя не представляете. Здесь есть два мотива простых, да, то есть можно просто фигачить, да, что-то делать, учиться, искать и, соответственно, ну, постепенно набрать какую-то экспертизу. Так поступает большинство. На этом пути я вот хотел бы остановиться буквально на минуту, на одном моменте. Смотрите. Из пяти ответов, три ответа были про деньги, на самом деле. И поверьте мне, что деньги, на самом деле, IT не решает эту проблему. Да, вы в IT будете зарабатывать, но если вы будете заниматься делом, которое вам действительно нравится, вы будете зарабатывать и в других отраслях, этим же будете заниматься. Да? То есть, если вам нравится там, хорошо обслуживать клиентов в другой отрасли, у вас все равно будут клиенты. Если, я не знаю, там, вам нравится делать какие-то уникальные штуки, там, я не знаю, оказывать какую-то
крутой сервис или там, я не знаю, варить крутой кофе, у вас все равно будут клиенты в другой сфере. IT это не про решение денежной проблемы, да, то есть на самом деле, то есть IT для вас получается это легкое решение. И оно таит обычную ловушку. В тот момент, когда вы придете в IT, вы думаете, что цель достигнута, а ее только нужно достигать. Ну, только начинать достигать, да. И если у вас не будет внутренней мотивации, если то, чем вы будете заниматься, то есть не будет нормальной профориентации, то есть в IT вы не найдете свою нишу. Она вам будет приносить точно такой же дискомфорт, только за большие деньги. И счастливым это вас не сделает. И я вот в самом начале, наверное, вот эту ключевую мысль хочу донести, что перед тем, как точно заходить в IT, вы должны все-таки себя профориентировать и понять, это то, чем вы хотите заниматься или нет. Да. Ну, давайте я чувствую, пожалуйста, хорошо. Я прошу прощения, не так, да? Да, да. Сейчас мы подстроимся. Раз. Ну, в общем, я продолжу. То есть, понимаете, о чем я говорю, да? Смотрите, условно говоря, давайте посмотрим ближайшее будущее. Через 3 года вы отработали, условно говоря, там 1000 часов в какой-то профессии, например, там тестировщика. Ну, как обычно заходит в IT там? Тестировщик или там менеджер по работе с клиентами, да, то есть там со знанием языка, или там, я не знаю, там младший верстальщик, или там, не знаю, там бизнес какой-то там, бизнес-аналист там какой-то, да, или менеджер проектов младший, да, то есть вы зашли в эту позицию, да, то есть и после этого отработали там, например, 3 года, ну, допустим, зарплата по сравнению с тем, что у вас есть, выросла там, я не знаю, там, в 3 раза, например, да, то есть если вы меняли отрасль, либо вы там зарабатываете больше, чем ваше окружение в среднем, но в целом это вам счастье все равно не приносит. Вот тут нужно 2 фактора. Деньги сами по себе счастья не приносят, да? Даже несмотря на то, какие есть, какие отрасли. Огромное количество, если вы видели когда-нибудь там, ну, люди, которые посещают там психоаналитиков, это обычно там, ну, 50% это там бизнесмены, да, если брать там мужское население, потому что, ну, вот как бы отфигачили 50 лет, и что дальше? Там пару миллионов заработали, и что, и в чем смысл? Вот, и поэтому вот ответ девушки, которая сказала, что вот я хочу получить какую-то долю свободы, в нем содержится немножко больше жизни, я вам скажу, что вот человек действительно представляет цель, ради которой он идет в IT, да? Да, потому что, ну, то есть, ну, примерно, да, то есть пускай это на уровне желания, там, ну, скорее всего, да, то есть это как-то не оформлено, но в целом это более реальное что-то, да, потому что человек хочет посмотреть мир, попробовать себя в других странах, ну, например, условно говоря, да, при этом удаленно работать, обеспечивать себя, не привязываться к одному месту. Просто сама по себе идея прийти в IT и там заработать денег и придет счастье, такого не будет. Я вам сразу, знаете, лишу вас права на незнание, да, чтобы вы там через 3 года говорили, тут такая же фигня, как и везде, да, такая же фигня, те же люди. Любые компании делают люди, в IT работают точно такие же люди, просто с другими навыками. И все те же сложности человеческого характера, которые вы сталкиваетесь на текущих местах работы, в университетах, там, еще где-то, вы столкнетесь ровно с тем же самым в IT-компании. Более того, IT-компании, как правило, менее организованы. Почему? Потому что, во-первых, рынок когда растет, да, то есть ты озабочен проблемой роста, а не проблемой там, структуризации деятельности. Да? И поэтому бардака там, как правило, достаточно много. Да, то есть где-то больше, где-то меньше, понятно, да, то есть, но до Макдональдса совсем далеко. Да, ну, всего может быть бизнес, Макдональдс, конечно, простой, да, то есть, но в целом бардака там тоже хватает. Поэтому не надо питать какие-то иллюзии, что вот там прям какие-то суперлюди, вот я сейчас присоединюсь к Касте, и все, выключу мозги, да, и все у меня в жизни будет хорошо, дальше я буду заниматься там любимым хобби или чем-то еще. Совет простой. Перед тем, как идти в IT, пробовать себя в IT, проведите профориентацию. Как правило, людей больше всего демотивируют, когда они попадают вообще... Кто понимает, что такое слово профориентация вообще? Поднимите руку. Хорошо. Ну, с большим пониманием. То есть, грубо говоря, найдите... Ну, во-первых, надо попробовать работать. Сходите на стажировку, посмотрите, как это работает. Присмотритесь к той специальности, к тому профилю, на который вы идете. Да? То есть, не бросайтесь сразу там в омут головой. Во-вторых, если вам что-то не нравится и внутри нет отклика, ну, попробуйте поменять что-то. Да? То есть, ищите то место, где вам будет комфортно внутренне, да? Потому что вот без какого-то вот ощущения того, что ты, по крайней мере, находишься более-менее на своем месте, да, ничего хорошего не будет. Ну, там, заработайте денег и расстройство какое-то, да? Или там, соматическое заболевание. Вот, я вас просто лишаю людей. То есть, конечно, ну, тут в другом зале продают IT активно, да, то есть, а я вам говорю о том, как, собственно говоря, свою жизнь, ну, более правильно построить.
Потому что люди, которые сидят, у них нет ничего более демотивирующего для руководителя, чем сотрудник, который сидит и технически он может выполнять эту работу, но она ему нафиг не нужна. Потому что вот здесь уже сидит, понимаете? И вот я бы не хотел, чтобы ряды наших IT-компаний пополнялись такими сотрудниками. Бесполезными кодерами, там, да, то есть бесполезными менеджерами, у которых нет внутренней мотивации снять трубку и позвонить клиенту. Да, потому что ну, что такое клиент-ориентированность, да, со стороны менеджера? Клиент-ориентированность – это желание оказать услугу хорошо и принять ответственность за это. Да. И когда у тебя там сидит набор каких-то там инфантильных людей, которые ну, пришли в IT, потому что там есть деньги, да, потому что строительство их меньше, они не хотят звонить, это не то, чем они хотят заниматься, на самом деле. Может, они строительством не хотят заниматься, но это не проблема IT, которую будет она решать. Вот, поэтому займитесь профориентацией, примерно посмотрите, нравится вам или нет. Если вы нашли что-то хорошее, мой следующий совет заключается, я его там ретранслирую Гандапаса, это такой российский тренер, который рассказывает, как правильно делать выступление, там презентация какая-то подробная про лидерство. Он говорит, что если вы какую-то новую сферу начали, это больше касается третьей аудитории людей, которые переориентируются. Представьте, что вы пошли в армию. Да? Потому что для того, чтобы стать специалистом, нужно потратить действительно 2-3 года и заниматься только, там, я не знаю, жить, спать там, и работать, там, параллельно набирая квалификацию в разных сферах. Только тогда вы сможете действительно приносить ценность для своего нанимателя. Потому что, опять же, очень много узких специалистов, которые так вот что-то выучили, какой-то кусочек, но с ними очень сложно играть в какую-либо игру, да, потому что они ни шаг вправо, ни шаг влево не знают, это ограничивает и вас в росте, и вас в развитии, и вас в получении удовольствия, потому что вас будут очень точно использовать, у вас задача будет сделать вот этот кусок, сделай вот этот кусок, сделай вот этот кусок. Да, то есть вы не получите эту творческую реализацию, про которую говорил там молодой человек, что я пойду и запилю. Да? То есть, а для того, чтобы вот эта творческая реализация нужна, ну, как-то, по-моему, есть такая книга, Уолден или «Жизнь в лесу», Генри Торо ее написал, он сказал такую хорошую вещь, где ширина, там и глубина. Он исследовал ручей, на берегу которого он находился там 3 года, да, и говорил, что где ширина, там и глубина. То есть, если у человека широкий кругозор вот в своем домене, называется домене знаний, да, то есть он понимает и смежные отрасли, и глубинные знания там будут высокие. Да, и само по себе это не придет. Да, то есть, поэтому, если вы вдруг решили все-таки войти, пришли, чувствуете, что вам это нравится, чувствуете, что внутри есть какая-то энергетика и огонь, да, то есть посвятите себя полностью несколько лет тому, чтобы в этом домене закрепиться и стать действительно там специалистом хорошего уровня хотя бы в рамках вашей компании. Вот. Соответственно, еще важный момент заключается в том, чтобы это вот какие-то идут... вообще, есть какой-то отклик, да, то есть поднимите руку. Понимаете, о чем я говорю, да? Есть этот смысл. Я вам просто рассказываю про проблему, которая может возникнуть через там, 3 года, например. Сейчас мы перейдем к тому, как вот правильно закрепиться. Да? То есть важно выбирать компанию первую, которая будет вам помогать. Так как я уже обращал внимание на то, что IT-компании, как правило, плохо структурированы, особенно маленькие IT-компании, да? Потому что они вырастают либо с одного проекта, либо они вырастают с какого-то одного клиента, да, то есть либо с какой-то идеей, либо там кто-то дал шальных денег, там, на TPVT, да, вот там 8 бизнесов, давайте сделаем 9 IT, там, супер идея в бане родилась, там, о том, как вообще можно сделать мир лучше, как это, make the world a better place, да, то есть, ну, как вот стартапчество эту историю. Да, и вот таких компаний много, и попадание вот в компанию, там, ну, условно говоря, есть там эшелон 1, 2, 3, вот попадание в компанию 3 эшелона вам сильно много чего не даст. Да, потому что там не будет нормального менеджмента. Как известно, опять же, люди приходят в компанию, выходят руководителя непосредственно. Да, то есть, если у вас будет слабый руководитель, у вас будут слабые процессы, от вас не будут требовать того, что вы выкладываете, роста вашего тоже не будет большого. Я видел огромное количество людей, которые там, имеют там, 5-летний опыт работы в компаниях, условно говоря, там, 3-го, иногда даже 2-го эшелона, и ты понимаешь, что по-хорошему стажер через полгода должен знать примерно столько же, а то и больше. Соответственно, в большой компании от вас, ну или в эффективной компании от вас будут требовать, во-первых, результатов регулярно, да, и во-вторых, у вас будут понятные там шажочки, по которым вы должны пройти и наращивать свои компетенции. Вот, поэтому очень аккуратно подходите к выбору первого места работы. По-хорошему, на вашей позиции должна быть система адаптации, да, какая-то система грейдов в идеале, да, если это какая-то там позиция вроде там
ну, там, не знаю, там, программисты ты, там, там, не знаю, фронтенд-разработчик, ну, еще кто-то, да, то есть там должна быть система грейдов или project manager, по которой вы будете идти, то есть вы должны понимать, кем вы будете через там 2-3 года, да, то есть это вот тогда будет внятная система для развития. Если вы приходите в компанию, в которой работают 5 человек и все занимаются всем, ну, то есть есть, все будет, конечно, зависеть от вас, да, но, как правило, в таких компаниях работают, ну, там, чтобы получить хотя бы первичный опыт работы с технологиями, ну, там, я не знаю, год. Да? После этого, ну, по-хорошему, в такую компанию уходит, потому что если ты там надолго зависаешь и там нет никакого движения, то, ну, в принципе, потом очень тяжело этого человека переучивать в нужное русло. То есть поэтому, ну, работа — это все-таки не университет, не школа, потому что университет и школа, они предназначены для того, чтобы вы наработали какой-то социальный опыт. Люди, кстати, с небольшим социальным, ну, понимаешь, что социальный опыт — это количество взаимодействия с другими людьми. Ну, то есть, да, то есть в разных ситуациях, там, с преподавателями, там, с однокурсниками, одноклассниками, с людьми, с которыми ты ездил, там, по work and travel и так далее и тому подобное, да, там, с американцами, у которых ты жил, там, если снимал квартиру по work and travel, там, с людьми, с которыми ты путешествовал, и т.п. и т.д. Да, то есть это место, в котором вы нарабатываете опыт, который позволит вам эффективно взаимодействовать в непосредственно на работе, да, то есть и непосредственно как бы взрослой жизни. Но на работе уже нужно показывать результаты. Есть такая концепция ценного конечного продукта, который производит, в принципе, каждая позиция. Ну, условно говоря, там, да, уборщица производит чистый офис, да, то есть там кодер производит, там, не знаю, рабочий код с первого раза. И вот понимание этого момента, потому что люди до сих пор, вот, когда нет вот четкой грани и не разделяют между там вузом и работой, то есть до сих пор приходят и там для социализации, для общения, для питья кофе, да, потому что как правильно работать у нас почему-то не учат. Все западные книжки по менеджменту, они уже про какие-то настройки говорят, про какое-то лидерство, ценности и так далее, да, то есть у нас обычно очень низкая культура именно на базе регулярного менеджмента, что тебе поставили задачу, ее нужно выполнить, да, пока тебя не проконтролируют. Ну и так далее, таких вещей очень много, да, то есть я сейчас не буду останавливать, есть концепция регулярного менеджмента, я думаю, там, Google вам примерно расскажет, как там правильно действовать в компании. Так вот, обретение этой базы и вот отделение, да, то есть вот опыта предыдущего и привычек предыдущих шаблонов поведения, да, то есть как бы при приходе на работу позволит вам еще раз быстрее двигать вашу карьеру, потому что если вы ориентируетесь на принесение ценности для своего непосредственного руководителя компании, конечно, вас заметят и будут продвигать. Поэтому любой сотрудник должен четко знать, какую ценность он приносит компании, для чего его наняли, что он должен делать. Да? Производить этот продукт, стараться производить его лучше, ну и помогать своему непосредственному руководителю. Прямо так вот. Я не знаю, у нас, наверное, конечно, приходил, спрашивал, а чем он делал, могу реально помочь? Что сейчас, какие вот у меня есть 5 задач, какая из них наиболее приоритетная для компании. Да? То есть, вот это показатель определенный там, да, профессионализма. Это элементарная вещь, которая позволит вам стать ценным сотрудником. Да, войти и продвигаться, потому что вы будете делать что надо, когда надо. Это очень важно. Дальше, соответственно, на работе, опять же, рекомендую, если вам нужно набрать быстро, там, я не знаю, 3 тысячи человека часов для того, чтобы вы стали хотя бы там мид-специалистом, да, и получили ту зарплату, которую вы хотите, ну, соответственно, если у вас есть 8-9 часов в офисе, да, то есть вы можете из них 4 работать, вы можете из них работать 8. Соответственно, скорость набора опыта будет быстрее, да. Дальше я считаю, что там первый год нужно обязательно учиться. И второй год, и вообще всю жизнь надо учиться. Но если даже вы хотите какую-то там сделать карьеру, там, остановиться там, на уровне медла, да, то есть реализовывать какие-то другие свои амбиции, то год или два – это просто непрерывное обучение. Потому что, ну, вам нужно нахватать этих знаний, потому что вот эта долина смерти, она существует для каждого специалиста. Я видел много людей, которые там отработали год, два, три, пять, и все равно ты понимаешь, что придя в компанию, они будут приносить ценности и требуют точечного управления. Это очень тяжело управлять 10 людьми, которые не могут там сами договориться и не понимают, что делать там следующий этап, да, следующий процесс, идущий за ними. Это реально сложно, да, то есть в таких ситуациях работать. Но, к сожалению, с ними ты сталкиваешься, потому что, ну, других вариантов нет, да. Дальше. Еще очень важно, я бы хотел обратить внимание на то, что на мой взгляд, та тенденция, которая сейчас происходит в странах, там, условно, золотого миллиарда, она будет происходить, ну, то есть она будет распространяться на весь мир. То есть
позиций, на которых требуются средние компетенции, будут становиться все меньше и меньше, потому что они будут автоматизироваться. Да, то есть мы смотрим, вот там, я не знаю, есть у Гугла такой футуролог-предсказатель, да, то есть, и он говорит о том, что дети, которые сейчас рождаются, 80% из них будут работать на специальности, которые до сих пор не существуют. В мире за последних 50 лет что-то вроде как в 10 раз выросло ВВП на душу, ну, то есть вот ВВП растет, да, то есть продукт. И это приведет к тому, что через там 20-30 лет работа станет уделом избранных. То есть не, для всех людей не будет работать. Да, потому что, ну, производительность растет на человека, да, много автоматизации, много роботизации и простых вот этих вот позиций, которые можно легко сократить, ну, заправки без заправщика, например, да, то есть там, я не знаю, такси без таксиста. Сейчас эта технология тестируется, да, там, через 10 лет это может стать нормой, по крайней мере, там, в некоторых городах США и так далее. То есть развитие подойдет, пойдет по такому пути. И вот эта вот концепция работы как удела избранных, которые будут работать только благодаря тому, что они действительно являются специалистами в том, что они делают, глубокими, и приносят пользу, и понимают, как вообще работает вся система, это будет позволять, во-первых, этой касте людей иметь эту работу, во-вторых, жить лучше остальных. В принципе, сейчас это происходит в европейских странах и в Америке, когда очень много людей живут на пособие. Ну, я не знаю, там, общался с французом, и вот он рассказывал, что ну, у них реально, у них там, они плакали, что у них короткие контракты. У нас все в IT-говорят слишком длинные контракты, да, то есть как бы мы хотим поменьше. А у них короткие контракты с ними заключать, потому что наниматели не знают, то есть ну, понадобятся ли им сотрудники или нет, и реально много людей живут на пособие. И вообще, ну, то есть если уж мы возвращаемся на совсем макроуровень, да, то есть, конечно, IT для нас небольшой стране, это возможность выйти на новый уровень, там, шагнуть, как Сингапур в свое время из страны третьего мира, какой мы являемся, несмотря там, на все какие-то достижения, стать страной, по крайней мере, второго уровня или первого уровня, да, то есть там войти в золотой миллиард, и для этого реально есть шансы, да, то есть как бы. Вот. Но с другой стороны, то есть мы должны производить компании, которые будут являться этими драйверами, да, то есть вот во Франции их нету. То есть у них там появляются, конечно, есть хорошие компании, мы знаем французские компании, но так, чтобы там вот прямо они росли и создавались, конечно, этого нет. И поэтому нам регулярно нужны свои, там, условно говоря, вайперы, экс-капиталы, ебаны и так далее, для того, чтобы мы могли больше и больше создавать рабочих мест, да, то есть страна развивалась. Поэтому, конечно, приход в IT людей заинтересованных, людей талантливых, людей, которые могут там, раскрыть свой творческий потенциал, или предпринимательский потенциал, или реализовать свою энергию, это крайне важно. Но я еще раз подчеркнул, что важно, чтобы приходили люди, которые действительно будут находиться на своем месте, и их энергия будет направлена на развитие. Чтобы не приходили люди, которые просто ищут место, где бы отсидеться. Да? Потому что в этом случае это будет то же самое, что в другом месте, возможно, немножко за другие деньги. Да? Это тоже нормально, но, на мой взгляд, то есть лучше искать место, где твои внутренние ощущения будут совпадать с тем, что ну, требуется клиент. То есть, грубо говоря, то, что ты делаешь, будет совпадать с тем, что ты хочешь сделать. Вот это вот как бы идеал. И я вам скажу, что с профориентацией огромная проблема у нас. Вот сегодня во второй половине дня будет проходить Pitch Bootcamp. Это такое мероприятие, куда приходят молодые люди. И вот они для каких-то менторов, там, несколько, два человека за столом сидят, они рассказывают про себя немножко, да, то есть, и основной вопрос, я был на прошлом Pitch Bootcamp, занимался, что мне кажется, что вы мне посоветуете, кем бы я мог работать, да, потому что вот, и люди доходят до серьезного возраста, там, до 23-25 лет, и они сомневаются в том, та ли это работа, потому что она не приносит удовлетворения, да, а многие люди ходят там, меняют сферу несколько раз подряд, да, это нормально, но вообще для программистов, хорошо бы знать, что ты будешь программистом уже в школе, потому что математические навыки понятны, да? Твоя интроверсия понятна, то есть как бы и направлений ну, сужается количество выборов, и ты уже можешь четко это прорабатывать. Но мы почему-то начинаем задумываться о работе только на четвертом и на пятом курсе, это неправильно. Вот, поэтому еще раз, для людей, которые там учатся в школе, это наиболее полезно, и в университете у вас есть там несколько лет для того, чтобы вы себе могли попробовать. Попробовать на стажировках, поспрашивать,
позаниматься действительно активным поиском, чтобы сразу уже влиться или даже на последних курсах начать работать там и начать строить карьеру в том месте, где вы сможете наиболее полезны, и в том месте, которое позволит вам раскрыть потенциал и получать удовольствие. Это очень важно. Я не знаю, почему в Беларуси часто забывают про это, но, наверное, пирамида Маслоу, да, то есть там есть такая история про то, что там сначала ты бытовые потребности закрываешь, там, да, условно говоря, там, жильем, еще с чем-то, да, а потом ты уже думаешь про самореализацию. Но вот поверьте мне, то есть проблема решения с самореализацией потом, она не менее грустная, чем решение проблемы с, когда ты понимаешь, что там 20 лет там, отпахал не там и вообще в чем был смысл. Вот, какая такая история. Есть ли вопросы у вас на текущий момент? Давай. Какие перспективные языки программирования? Слушай, ну, я тебе честно скажу, Google, наверное, лучше меня ответит, потому что я не являюсь футурологом да, в этом направлении. Я думаю, что все рабочие коммерческие языки программирования, которые сейчас есть, да, они перспективны. Потому что я тебе скажу, что у многих банков, например, IT-инфраструктура сделана на таких допотопных вещах до сих пор, да, что они все равно требуют поддержки. И понимаешь, даже самый интересный момент получается о том, что стоимость часа на этих языках становится дороже и дороже с каждым, потому что людей меньше, они все перепрофилируются в более крутые штуки. Да, то есть, поэтому я думаю, что любой язык, которым ты являешься профессионалом коммерчески используемым, начиная от PHP обычного, да, то есть и там, ну, заканчивая там, я не знаю, там Java или ну, каким-то там, я не знаю, там, навороченными вещами, то есть они все перспективны. Главное, чтобы он тебе самому нравился, и ты производил качественный код, понимаешь? Просто такой пример, например, тоже C. Он, ну, по крайней мере, по-моему, он использует код iOS. Допустим. Он используется по-другому. Например, iOS займется через 10 лет. Буду я программистом, но никто не будет покупать. Ну смотри, принципы же останутся. Ну, принципы останутся далеко, перейдешь, ну, программирование то ООП, да, то есть там в базовых книжках для программистов там же нету прям конкретных каких-то, да, там команд и классов, нет, тебе базовые принципы, ты легко мигрируешь. За время разработки на iOS ты станешь специалистом по интерфейсам, по UX, то есть, ну, как бы, понимаешь, я думаю, что это такой страх, что вот это вот выбор, ты думаешь, что вот сейчас я выберу и буду там фигачить всю жизнь, да нету такого. Поверь мне, через 3 года ты найдешь команду, где понадобится ты и твои компетенции, ты за полгода освоишь другой язык. Много людей пишут на 3 языках примерно одинаково. Главное, чтобы вот, было интересно, вот было работать. Еще вот важный момент скажу, что хорошо вообще в идеале работать в команде, конечно, единомышленников. В этом моменте здесь вот немножко противоречит стартапы, которые динамичные двигаются. Это, конечно, идеальная среда, потому что там создается пуля людей, и создается много энергии, да, то есть как бы и там вот такие вот переходы, про которые мы сейчас говорим, в рамках просто, ну, есть такая шутка, что программист в стартапе, он всегда там в 10 раз должен быть, в 10 раз не должен быть, а 10 раз производительнее, чем специалист там большой корпорации, там, вроде EPAM или Mail.ru, да, то есть почему? Потому что там вот энергетика другая, люди заряжены цели, вот есть эта внутренняя мотивация, да, то есть, которая двигает людей, по крайней мере, она может быть короткая, там, да, то есть, но в целом это значительно более производительно. Да, то есть, поэтому, конечно, здорово попадать в места, которые раскрывают твои таланты, которые заряжают тебе вот, внутренней энергией, и работать с людьми, которые тебя вдохновляют. Да, поэтому в этом смысле вот, опыт работы в стартапе, он часто более полезен, чем в хорошем стартапе, чем опыт работы, например, в крупной компании. Да. В крупной компании мы понимаем, что там есть свои нюансы, ограничения, да, то есть, и как и в любой крупной компании. Хорошо, есть ли еще вопросы? Есть. Да. Подскажите, Виталий, ваш доклад называется «Как начинающему попасть в хорошую компанию». И если для студентов путь достаточно понятный, если ты поступил в хороший вуз, там обычно крупные компании, там EPAM, Transition, свои лаборатории, студент попадает в лабораторию и попадает сразу в хорошую компанию. Если же человек сначала связался не с той специальностью, там, поступил в МДУ, еще куда-то, как вы рекомендовали? Через компанию второго эшелона, либо все-таки какие-то курсы и так далее, чтобы сразу в компанию первого эшелона? Ну, смотрите, на что я обращаю внимание, например, то есть это интерес, да, то есть вот часто говорят, я хочу быть менеджером там, проекта, допустим, веб-разработки, да, то есть как бы, а какие вы отраслевые журналы знаете, например, ну, журналы, в смысле, ну, ресурсы, да, то есть как бы, никаких, да, то есть хотя, да, а что вы читали по теме ведения проектов? Ничего.
Да? Ну, окей, хорошо. Какие сайты вам нравятся? Ну, там, ВКонтакте, да? То есть, ну, классный профиль, да? То есть, как бы, угадайте, что мы отвечаем этому кандидату, не основываем, да? То есть, соответственно, вы хотите в какую-то конкретную отрасль попасть, да? Изучите ее, да? Курсы будут хорошо, да? Потому что вы будете понимать предметную область, да? Например, в веб-разработке все проще, вы можете делать что-то даже на фрилансе, какие-то мелкие работы за бесплатно или за отзывы. У вас уже будет какой-то проектный опыт, да? То есть, особенно, если вы там дизайном заниматься или какие-то маленькие куски там собирать, там, верстками, программирование, да, то есть очень хорошо, ну, то есть для начинать кого, да, лучше начинать с компании второго шоуна, ну, для тестирования, наверное, я не знаю, то есть у нас там я не сталкивался, это, я думаю, кто-нибудь расскажет из коллег, то есть по тестированию, я думаю, там есть шаги, они набирают с нуля, наверное, и студентов, и не студентов, я думаю, для них не профессионально, ну, не принципиально, а если это какая-то там это там, программист, например, да, там, или фронтенд-разработчик, то, конечно, лучше прийти с каким-то уже опытом в компании, да, через компанию второго эшелона, да, то есть как бы четко прийти, сказать, что я пришел за опытом, то четко понимать, что вам придется какое-то время отработать, вам будут доверять, да, то есть вы будете совершать ошибки, да, то есть, ну, да, это нормально. Спасибо. Задавайте еще, пожалуйста, вопрос. Да. Скажите такой момент. Какие специальности или не специальности, или уровень знаний, который нужен на рынке сейчас. Вот фирмы, которые сейчас представляют курсы, есть фирма, я не буду их называть, вот предлагает курсы, они там двухнедельные, там трехнедельные, там, да, что-то небольшие какие-то промежуток, но нам учат узкой специальности. Например, PHP, да, JavaScript, да, то есть вот один курс. У них есть несколько уровней, я так понимаю, да. Вторая же фирма предлагает, она учит там год, скажем, да, но она учит и JavaScript, и PHP, и MySQL, там, все, что с веб-дизайном, например, с разработкой создано, они все это дают. Возникает у меня вопрос, какой специалист или с каким вот багажом знаний более востребован там на рынке сейчас, или фирма нужна? Вот чтобы у него была узкая специальность, например, JavaScript, или он должен широко знать там и MySQL, и другие какие-то составляющие, что там Я вам скажу, что на рынке востребованы специалисты и узкие, и широкие. Объясню почему. Да? То есть некоторым компаниям, например, нужно для поддержки сайта человек, который может делать все. И немножко дизайн поковырять, да? То есть там и верстку поправить, и какую-то функциональность подключить, настроить и пилить. Да? То есть, соответственно, широкие знания будут плюсом. Некоторым компаниям нужно писать какие-то там компоненты, функциональности, которые там достаточно сложные, нужно знание программирования глубокое. Да? То есть, при этом вы можете, ну, условно, я мало знаю программистов, которые там не могут верстку поправить, потому что это, ну, то есть, да, но при этом, понятно, какие-то смежные вещи будут. То есть, в целом, просто вы понимаете, да, то есть, чем глубже домен у компании какой-то определенной, да, то есть, например, если вы приходите в отдел, да, где работает 100 программистов, то, наверное, от вас будут требовать глубокие знания. Если вы придете в компанию, которая занимается интернет-торговлей, да, и, соответственно, им нужно поддерживать 6 интернет-магазинов, да, то есть как бы, то ваши знания широкие, но не очень глубокие, будут для них более востребованы, чем придет программист, которому будет неинтересно, там, например, потому что ему часть работы придется компания какие-то делать, например, да, там, представлять там в КМС или РСЯ, например, да, то есть, ну, там, грубо говоря, для контекстной рекламы. Ну, понимаете, да? То есть в зависимости от того, что у вас есть, у вас будут разные профили работы. То есть поэтому тут вы должны выбирать, куда вы хотите. Еще раз возвращаемся к самому началу моего выступления, куда вы хотите, и выбирайте те курсы, да, то есть, которые вам подходят. Да, то есть, потому что вы можете книжку по дизайну, все равно это практика руками, то есть там есть курсы бесплатные. То есть вопрос все-таки, вопрос, куда вы хотите, что вы хотите делать, что нужно вашему предпринимателю, какую ценность они от вас ожидают. Если на вас хотят завалить большой кусок работы, чтобы вы там сами занимались, это нормально, для многих людей это нормально. Да, то есть, не вопрос, то есть широкие знания будут плюсом, а потом уже по ходу будете разбираться, и они не будут смотреть на вашу эффективность. Но при этом, если вы придете, то есть технический директор вот какого-то подразделения, где 100 программистов, у него будут высокие требования, но вас посмотрит, что вы не тянете, и вас просто отсеют через неделю. Понимаете, если вы даже попадете к нему на стажировку, а скорее всего вы не пройдете собеседование с такими знаниями, понимаете? Потому что нужны люди, которые именно хотят этой технологии там пилить в течение там, ближайших там, 3-5 лет. Задавайте еще вопросы, пожалуйста. Вот нам ремарки раздали, получается. Все курсы, все обучающие программы, все сосредоточено в Минске. То есть и для студентов, опять же, все курсы идут, пока они учатся.
Хорошо. А как поступить человеку из региона, который уже работает, но хочет войти в IT? Ну, я думаю, что, наверное, искать обучалки какие-то либо дистанционные, либо просто курсы скачивать. То есть взять книжку, прочитать. Ну, смотрите, вход на мемо. Это да. Уже открыли для себя, это уже понятно. Это уже прошла эта стадия. Вот. Но в дальнейшем как попасть в компанию? Ну, у вас должен быть проектный опыт какой-то. Как вы его будете нарабатывать? Ну, опять же, я говорю, там фриланс, это Upwork, регистрироваться, брать проекты, ну, то есть, делать их, делать постепенно, ну, то есть постепенно делать. Но стажировка уже не рассматривается, как вам предлагают. Стажировка тоже вариант, но если у вас в вашем городе нет стажировки, как вы поедете? Ну, то есть, поэтому я думаю, что это удаленный опыт, вот вы вечером садитесь и делаете. Самый простой способ. То есть большинство людей, которые в дизайн заходят, то есть они что-то когда-то начинали делать на фрилансе. То есть это самый простой способ. Да? То есть заново вы можете попробовать технологии, можете найти что-то, можете заказчика найти, с которым вы там, я не знаю, там, совместную компанию. То есть уже, знаете, чем больше вы что-то делаете, да, там, тем, соответственно, есть вероятность хороших результатов. Ну, все, подходит. Портфолио, да, конечно, если вас отбирают как программиста, все равно попросят примеры ваших реализованных сайтов. Посмотрят, как они собраны, посмотрят, как вы пишете функциональности, насколько у вас чистый код, как вы взаимодействуете с базой, вам дадут тестовые задания, понимаете? То есть это все, ну, нужно либо понимание будет показывать глубокое, да, то есть на уровне там, теоретическое, чтобы вы понимаете, как это делать, но и практическую реализацию тоже будет показывать. Поэтому, ну, нарабатывайте опыт всеми возможными способами. Делайте знакомым сайтом, то есть, ну, как бы, ну, то есть как-то так. Продавайте, сделайте, печатайте визитки, продавайте все. Ну, то есть, вот, я готов там сделать сколько-то, да. То есть, это будет сложно, но вы, между тем, получите вот эту вот компетенцию, в том числе и общение с клиентами, тоже очень важно, да. То есть, вот, так это происходит. Задавайте еще вопрос, пожалуйста. Так. Я, конечно, немножко так, но второй вопрос. Вы представляете компанию, а я вот прослушал сначала вступительный, но пришел чуть немного. Какой промоушен в вашей компании вы хотели бы сказать, допустим? Мы, какая-то компания, предлагаем какие-то вакансии, нам требуется кто-то. Слушайте, у меня с Jobs.com тяжелые отношения, честно, потому что последние полгода, ну, то есть, вот, на те позиции, как, то ли у нас профили какие-то неправильные, да, то есть, но нам вот реально прямо так вот мы не набираем пачки. То есть нам нужны точные люди, которые будут делать что-то, да, то есть вы просто работаете сложный бизнес в плане того, что нам нужно синхронизировать длинную цепочку. Там порядка 12 уникальных профилей у нас. Да, и вот каждый раз, когда ты вводишь там трех человек на какую-то позицию, да, то есть, ну, мы делаем это точно, когда нам надо. Например, PM-ов мы выбираем там, трех PM-ов, да, из них выживает один, да, то есть, ну, поэтому сейчас у меня никакого промоушена нет. Я вам рассказываю, что набор где вас немножко пугает, да, чтобы вы там не там шли с розовыми, там, все-таки открыли глаза и осознанно посмотрели, куда вы идете, чтобы у вас не было каких-то там розовых очков, да, то есть, как бы, чтобы вы хорошо подумали перед тем, как что-то делать. Вот мой посыл основной проект. Я о вас беспокоюсь, не о компании. И не о себе, я не пришел продавать, да, пожалуйста. Такой вопрос. Ну, я студент, все заканчиваю обучение, и учусь на платной основе, но естественно, в практику мне никто так не мог предоставить, но, естественно, там знаний не получилось. Какие-то хотел бы на эту работу, ну, так, чтобы получить какое-то знание. Какие компании следует смотреть, как правильно для... В какой сфере? Знания? В какой сфере? Да. В какой сфере вы хотите получить знания? Ну, сейчас здесь США. США. Ну, то есть вам надо попытаться попасть на стажировку, продать себя на стажировку в компании, которая этим занимается, C-Sharp. То есть я не могу сказать, кто занимается C-Sharp. Не, я не знаю, вообще-то, компании с низкого уровня, там, высокого уровня. Слушайте, блин, я думаю, что если вы на практику идете, вам просто нужен человек, вам не нужна компания. Не в компании дело, понимаете, к кому вы пойдете, будут ли вам заниматься. Ведь проблема со стажерами вся заключается в том, что нужно отвлекать человека, который приносит ценность сейчас, да, то есть который выполняет работу, и чтобы он вами занимался, потому что толку от вас будет мало, либо давать вам там работу из серии, там, я не знаю, там, перенеси вот это из этого хранилища там, куда-то, да, то есть на какую-то там совсем базовую работу, которая не будет приносить вам ценности, правильно? Понимаете, да? То есть поэтому все будет зависеть от человека, к которому вы попадете. Поэтому, ну, если вы разошлите в 10 компаний, что вы хотите прийти на стажировку, что у вас есть какие-то ожидания, вы бы хотели получить хорошего наставника. Это будет ваш шанс. Я думаю, только в таком ключе. Опишите четко, что вы хотите делать и чем вы можете помочь. И, возможно, это кого-то зацепит. А так, в целом, я думаю, по компании здесь судить бесполезно, потому что компания состоит из людей, и там дальше уже как повезет, кому попадете. Большинство людей не умеют учить других людей, понимаете? Разработчики обычно перегружены, да? У них нет времени, поэтому вот тут вот действительно надо постараться, чтобы найти людей, которые будут уделять вам внимание, чтобы это пошло с пользой для дела. Вот
Понимаете? Ну, то есть, опять же, это система адаптации. Если вы за время стажировки сможете пройти по системе адаптации, да, то есть как выбить компанию, это будет хорошо. Ну, понимаете, да, адаптация — это значит, что вы там начинающий, а начинающий у вас доводит там до состояния, например, там, джуниора, да. Если вы получите знания, пройдете курсы обучалки, и за вами будет кто-то следить, это будет для вас неоценимой пользой, потому что фактически вы за время стажировки получите, ну, то есть, хороший очень результат. Поэтому просто разошлите резюме, как это обычно делается, в 10 компаний, пишите, что вы хотите, как, что вы готовы дать, ну, как бы. Возможно, вас возьмут, потому что, да, денег хватает. А есть что-нибудь, кроме этих? Да. Уточните, пожалуйста, вопрос. Что значит? Для того, чтобы попасть в компанию, да, расслабьте резюме. Я не знаю, то есть, возможно, проводит, ну, я не знаю, как попасть, сделайте что-нибудь, какой-нибудь проект толковый на технологии, которую вы хотите сделать, покажите его, дайте там три ссылки на толковый проект, я думаю, что это будет лучше резюме, особенно если вы технарь. Если тестировщик. Если тестировщик, да, ну, затрудняюсь ответить, да, то есть, как-то. Ну, опять же, еще раз, хорошая сопроводительная точная всегда повышает, при адекватном HR всегда повышает вероятность. То есть никогда не шлите там 10 компаний, вот это вот, знаете, там письмо приходит, вот первая реакция, когда на HR: здравствуйте, я хотел поработать в вашей компании тестировщиком, и там получатели, там, я не знаю, там, весь Дубай, да, то есть как бы, ну, то есть сразу удалить, там, даже такого рассматривать не будут, да. То есть пишите точечно в каждую компанию, желательно, ну, то есть, чтобы вы выделились из массы. Есть такой хороший совет. Да, то есть как там из 100 человек, чтобы вас запомнили, ну, то есть сделайте так, чтобы из 100 человек запомнили вас. Ну, соответственно, не делайте здесь не по шаблону. Вот хороший вопрос о резюме. Ну, я считаю, сопроводительное письмо плюс проекты, плюс какие-то указания на устремление, на то, что у тебя есть внутренняя мотивация в этом развиваться, ну, подкупит вменяемого HR. Это не гарантирует того, что на вас обратят внимание и 100% на вас, вас пригласят. Потому что HR тоже, они, поймите, точно так же слабо обученные. Как и, то есть они по шаблону действуют и точно так же слабо обучены. Но где-то, если вы, например, людей подбирают технический специалист, то как, вот, сколько у меня был опыт работы с людьми, которые действительно, вот, знаете, горят своим делом, вот они такие же люди. Да? И когда ты это демонстрируешь, и не просто притворяешься это, да? То есть не просто создаешь резюме, потом создаешь завышенные ожидания, да? А когда ты реально, ну, когда реально ты горишь внутри, тебя заметят. Ну, там, из 10 компаний в 2 тебя пригласят и на собеседование, и точно ты в одной где-то на стажировку или там на испытательный срок возьму. Поэтому вот это важно, выделиться. То есть сделать так, что представь, что 100 человек, выделить. То есть это, ну, как бы вот такой совет, да? То есть, задавайте еще, пожалуйста, вопрос. Можно? Да. Скажите, как возрастной ценз влияет на выбор работодателя соискателя? Рассказываю. Первое. На Джо Ступай не дают писать возрастные ограничения. Первое. Если бы это разрешали писать, мы бы узнали это точно. То есть как бы у вас были бы данные, да? Влияет, безусловно, я вам честно скажу. То есть людей в возрасте не хотят брать. Но не потому что. С какой возраст? Это у каждого свои, да. То есть не потому что, да, потому что, ну, есть несколько причин для этого. Да? То есть, во-первых, молодым людям тяжело управлять людьми более взрослого возраста, да, то есть там даже обычная психология. Они и так плохо управляют, да, любой инженер плохо управляет вообще априори, да, то есть, ну, как бы, потому что там его вынуждены делать менеджером. Да, и управление человеком, который как бы не смотрит те же сериалы, да, и не находится в той же культурной среде, оно добавляет сложности, да, то есть как управлять индусом, там, например, или американцем, это реально сложно. Вот. Во-вторых, конечно, безусловно, за там, условно там, 40, там, 45-50 лет складываются серьезные шаблоны привычки поведения, которые разбить сложно. Я вот, например, у меня недавно кейс, вот буквально я взял человека, действительно, ну, я обычно стараюсь где-то находить, вот, в общем, взял старше, чем я обычно беру. И вот даже несмотря на то, что там я уделял внимание обратной связи, причем достаточно глубоко объясняя причины этого поведения, объясняя, что мне надо, прямо, да, рассказывая про чувства, которые я испытываю, когда там, я говорю, как надо делать, так не делается. То есть пока у меня результаты слабые. Да? То есть, поэтому я думаю, таких вот у любого менеджера накапливается какое-то количество таких вот фобий управленческих травм, да, и они просто думают, что, ну, понимаете, влиять на человека, который тебе младше, проще, да, то есть, чем на человека, который уже сложился, потому что просто.
мы уже живем, то есть часто живем шаблонами, да, то есть как бы, то есть есть мир и есть наше восприятие этого мира, да, то есть как бы, и это две разные вещи. И вот на самом деле мы живем в нашем восприятии мира, и ему изменить очень сложно, а мир может быть другой, да, мы приходим со своим восприятием, и поэтому тяжело реально имплементировать человека, особенно найти единомышленника там, с людей там, за 40, то есть поэтому ценз есть, ну, поэтому, конечно, это сложнее, это объективная правда. Спасибо. Задавайте еще, пожалуйста, вопрос. Откройте себе, сколько было людей? Кому? Человеку, которого вы взяли. 40. Ну, то есть небольшая разница, мне 35, например, да, то есть, но все равно, то есть уже наработано куча в этом опыта, да, то есть, и с ним, то есть, ну, понимаете, человек приходит с двумя своими огромными чемоданами, да, то есть, как бы, и ты говоришь, слушай, показывай, вот эта фигня, это фигня, это фигня, вот это оставь, это фигня, это фигня, ну, то есть, как бы, это больше времени занимает, чем человек приходит с пустым там чемоданом, говоришь, что мне сюда накидать, ты говоришь, вот это, и вот это, да, то есть, как бы, вот, собственно говоря, вся сложность в этом. Обучать там это тестировщика. Но вот, например, на сегодняшний день интересно, что это менеджер, который имеет достаточно высокий уровень, вот все, о чем вы говорили, работа в корпорации, вот резко взять и перестроиться и пойти просто в свободное время изучать IT. Почему? Потому что мы можем быть через какое-то время, это будет необходимо. Ну, стоит ли? Ну, скажем так, с техническим образованием не будет. А внутри что вам говорит? А внутри, вот я честно про себя, я уже интуиция, что говорит? Что работа и мне интересно. Интуиция, что ваша любовь? Стоит. Но судя по тому, что ваши варианты о том, что с нуля тяжело взять, я думаю, надо что-то делать с компанией своей. То есть 45 тебя никто не возьмет с нуля с пустым чемоданом, как говорите, хотя с багажом манчестер. Может быть, но тут, понимаете, все от человека зависит, насколько вы адекватны. То есть, смотрите, в принятии человека в возрасте на работу самый важный момент заключается в реакции на обратную связь. Если после обратной связи человек меняет свое поведение, он останется в компании и будет развиваться, да? То есть, но если он после обратной связи воспринимает там, как критику, либо в силу каких-то там психологических особенностей не воспринимает, не меняет свое поведение, его в компании не будет. Поэтому, если вы адекватны, вы просто можете об этом говорить. Да? То есть, если вы адекватный человек, вас везде возьмут, потому что менеджеров не хватает. Реально, взрослых людей не хватает в IT. Менеджеры проектов не берут на себя ответственность, потому что они слишком молоды, им не хватает жизненного опыта для того, чтобы даже принять и разбирать эту ситуацию. Если бы они там покормили двух детей, там, да, то есть порешали вопросы с садиками и всем остальными, те проблемы, которые у них происходят на их маленьких проектиках там, из двух человек, не казались бы им там неразрешимыми вещами, которые вводят их в тупик. Что является на самом деле для менеджера там, возраста 22-23 лет нормой. Понимаете? То есть поэтому взрослые люди в IT нужны именно для того, чтобы выстраивать структуры. Потому что сами они уже структурированы. Да, то есть, но для этого они должны, опять же, представлять из себя ценность для нанимателя и уметь трансформироваться под те условия. Да? Потому что приходя в любую компанию, вы приходите в набор конкретных людей, правил и политик. И их нужно соблюдать. В нашей культуре, там, в российской и постсоветском пространстве, правила соблюдать не обязательно. Тебе приносят дом инструкции, где расписаться. Да? То есть, как бы, это вот классическая реакция. И на Западе за такой вылетают прямо вот в первый день, потому что понятно, что этот человек не будет соблюдать правила. Да? То есть вот соблюдение регламента, то есть отсутствие управления это большая беда, большая боль. И вот не дисциплинируйся, давайте уже вот героизмом позанимаемся, где-то что-то поспасать не надо. Да? То есть, как бы, если ты нормально структурирован, четко понимаешь, что тебе. От тебя требует наниматель и готов меняться, то я думаю, что у вас есть хорошие перспективы и шансы. Но не всегда прислушивайтесь к себе, то есть как бы к интуиции и хочется ли вам этим заниматься. Если вы соприкоснетесь, вам может не понравиться. Сделайте действительно какой-то стартапчик внутри. Или поучаствуйте где-то, сходите на мероприятия, сейчас же много IT-мероприятий каких-то там, может, ментор какой-то нужен, там, присоединитесь к какому-то проекту, макатону и так далее. Есть много возможностей соприкасаться с IT, не меняя сферу деятельности, не принося своему текущему нанимателю заявление об увольнении. Ну да, это очень сложно, когда сейчас все хорошо и даже очень хорошо. Ну да, это тем более для изменений очень мало возможностей. У нас время. Если еще есть какой-то один вопрос, давайте, если он есть, поднимайте, если нет, так да, пожалуйста. Громче, если можно. Ага. Сейчас в объявлении, в вакансиях компаниям нужны на
А вы хотите быть, именно разработчиком, да? То есть, там... Смотрите, ну Гурский как-то сказал очень хорошую фразу, что в белорусских проектах, кроме технологий, все плохо. В IT не хватает маркетологов, не хватает бизнес-аналитиков, не хватает менеджеров, не хватает людей, которые могут нанимать других людей, HR нормально. То есть все, что касается технологий, плохо. Поэтому не думайте, что IT — это исключительно только технические навыки. Да, это проще, да, тебя возьмут с меньшими требованиями, да, то есть, но в целом там есть огромный спектр, например, тот же бизнес-анализ или project-менеджер, он не обязательно должен быть программистом. То есть есть проекты, где project-менеджер может быть не программистом, как ни странно. Если интересует программирование, то вы просто с нуля начинаете и показываете свои скиллы, потому что гуманитарию. Вот у меня был опыт брать на гуманитариев, они доходят до какого-то уровня и все, и точка. Да? То есть вот это проблема, есть какой-то потолок. Вот если, понимаете, то есть вот есть такая, я думаю, что у любого нанимателя, который давно нанимает программистов, тоже такие могут быть опасения. Потолок в чем? Нет внутреннего желания развиваться выше чего-то, понимаете? То есть, но это может быть индивидуальный случай, это мой опыт. Поэтому на общих основаниях делайте проекты. То есть не часто смотрят на людей, на их скиллы. Бэкграунд важен, но он 30-40%. То есть берут человека конкретного, который выполняет тестовые задания, который делает конкретные проекты, понимаете? Если вы там покажете себя хорошо, вы адекватные, активные, вы несете ответственность за код, понимаете, что вам говорят, я думаю, никаких проблем не будет. Да, давайте последний вопрос быстренько. Как не программист может быть менеджером проекта? Смотрите, есть программные проекты, действительно, то есть у нас не программисты менеджеры проекта, потому что у нас программная часть, там добавленная ценность составляет 30%. Если у тебя проект состоит целиком на автоматизации там, какого-нибудь Adidas, да, то есть или на что-то еще, естественно, он будет программистом, потому что основная задача менеджера в данном случае — это ставить, нарезать задачу, декомпозировать, делать архитектуру, проверять ее, там, взаимодействовать с большой командой. Если же твоя задача сделать, какое-то комплексное решение, которое включает и интерфейс, и дизайн, и верстку, и программирование, при этом нет никаких глубинных там, баз, архитектур, чего-то еще, вполне с этим может, даже и с базами, с архитектурами, и с кластерами, и так далее, с этими проектами справлялись менеджеры, не программисты, поверьте. То есть это можно, потому что просто нужно понимать контекст. То есть ты должен, грубо говоря, три уровня понимания, ты должен понимать на первом уровне и немножко на втором. Тогда ты и иметь управленческие навыки, тогда ты с этим справишься. То есть это возможно в целом, согласен, в IT таком, в серьезных проектах, то есть это невозможно. Спасибо.